Приветствую вас. Вы знаете, у меня к вам, пожалуй, будет несколько вопросов, которые мне хотелось бы вам задать. Вопрос первый. Для чего вы делали все то, что делали для девушки? То есть звали ее куда-то, то есть как-то предлагали ей что-то и так далее. Для чего вы это все делали ей? Зачем? Это первый вопрос. Знаете, если вы делали это для нее, то почему есть такое стойкое ощущение, что вы делали это для себя, чтобы показать ей, какой вы, знаете, может быть, не обязательно, может быть, хороший, может быть, вот, не обязательно, как он такой, обязательно мужественный или что-то типа того, нет. Ну, просто вот, и почему-то у вас не ощущение, что вы это все делали для того, чтобы было что предъявить девушке и что сказать ей. Вот, мол, я старался, вот, мол, я пытался, вот, мол, ты не оценила, там, и так далее. Вот, я еще раз повторяю, я не говорю о том, что я прав, но как-то уже на это похоже. Если ошибаюсь, то буду рад. Буду рад, если я ошибаюсь. Вот. Но вот пока мне видится именно так. Вот. Конечно, я отдаю себе отчет в том, что могу быть неправ в этом контексте. Ну, вот, но тем не менее. Второе, значит, почему девушка, собственно говоря, так себя ведет, да, с чем это связано? Чем связано то, что она так вот сам себя ведет? Здесь момент такой, либо она хочет вас проучить, либо она хочет как-то вас, значит, проверить, то есть хочет, чтобы вы ее добивались, хочет, чтобы вы как-то делали для нее что-то, возможно, там, больше, чем то, что вы делаете сейчас. И так далее. Вот. Либо она пытается таким образом вас от себя отдалить. Она пытается вас таким образом от себя оттолкнуть. И надо сказать, что если она преследует эту цель, то у нее получается, потому что вы уже называете ее... Ну, вы уже называете ее поведение тупым, вы уже называете ее поведение там, глупым и так далее, и так далее, и так далее. Вот, в действительности девочка вас либо использует, либо пытается проверить. Вот. Ну и понимаете, в любом случае, чем девочку руководствуется, мы знать не можем, потому что у нас нет психологического портрета девочки, а вы никак не описываете ее. Вот. Значит, с другой стороны, вы ведь можете совершенно спокойно просто продвигать свою модель поведения с ней,
Просто действовать так, как хочется вам. То есть, вы хотели что-то для него сделать? Сделали? Не захотели для нее что-то делать? Ну, не делали. И все. Понимаете? Чтобы не было такого, что вы чем-то жертвуете, чтобы не было такого, что вы как-то вот себя заставляете, да, и так далее. И тогда, по большому счету, для вас станет совершенно не принципиально, почему она так себя ведет. Совершенно не принципиально вам это будет. А волновать вас будет на самом деле только то, чего хотите вы. Только то, что нужно вам. Только то, что вы считаете правильным. Только то, что вы считаете верным. И так далее. И надо сказать, что по большому-то счету так и должно быть. Надо сказать, что по большому счету так быть и должно. То есть поменьше ориентируйтесь на девочку и побольше ориентируйтесь на себя. Как вам хочется, так и поступайте. Как вы хотите, так и делайте. Если вы считаете, что девушка делает что-то неправильно, скажите ей. Скажите ей, что вам такое поведение непонятно, неприятно и так далее. Вот. Если она удалила вас и заблокировала в социальных сетях, вот. Ну, значит, это ее право, и вы, по ее мнению, сделали что-то не так. Но она же вам не говорила, что вы должны сделать, она же вам никак не намекала, что вы должны были сделать. Значит, вы можете перед ней извиниться. Причем не важно за что, важен сам факт того, что если девушка вам дорога, то вы извинитесь обязательно перед ней. Вот. Если, соответственно, вам все равно, например, то извиняться вам не будете, но и ее рискуете потерять. Решать вам на самом деле. Решать только вам. А что у девушки в голове, что у девушки в сознании, мы знать, конечно же, не можем. Потому что это слишком. И, соответственно, вы можете вот действовать только так. Мы можем подкорректировать вашу модель мужского поведения, чтобы вы выбирали себе тех женщин, которые вас, ну, устраивают во всем, а не тех, которые, допустим, пудрят вам мозг. Например. Вот. Все это можно сделать. Можно сделать. При желании. Все это можно сделать. Но для этого нужно, чтобы у вас была потребность. Чтобы вы захотели работать над собой. Я думаю, так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Не нужно искать смысл в поведении девушки, потому что девочка и сама может не знать, для чего она так поступила. Вам важно определиться немножечко с другим. Любите вы ее или нет? Дорожите вы ей или нет, и если да, то вы просто делаете для нее все, что в ваших силах, и все. По большому счету, это единственное, что вы можете сделать, но делать для нее все, что в ваших силах,
ни в коем случае нельзя себе вредить. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.